Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Голодные акулы». Так, получаем с тобой тигровую акулу на сегодня. То есть, я так понимаю, это лишь на пробу. Ух ты, и 5000 голды. А вот это хорошо, это меня радует. Особое предложение, 75 тысяч голды, и это все за 3790 рублей. Плюс тебе дадут акулу полураспада, древний мегалодон и главная акула-зомби. Да, ребята, у кого есть такие деньги, добро пожаловать, но я этим заниматься не буду. Так, ну что, мы с тобой до сих пор играем за касатку. Так, а что это у меня тут такое новенькое появилось? А, ну да, тигровая акула, самый страшный хищник. Ну, согласись, касатка-то круче. Ох ты. Драго. Акула-робот. Акула-робот — это хорошо, но у меня, ребят, есть свои акулы, да? Касаточка. Так, естественно, будем за нее сегодня играть. Так, денег у нас 17 тысяч всего лишь-то. Давай-ка мы, наверное, кого-нибудь возьмем к себе в помощь. А кого ты тут возьмешь? Ух ты, какой маленький, да? Тоже типа касатки, только малыш такой. Проглатывает медуз? Давай возьмем. Так, и Крис. Крис со мной плавает, да, получается? А здесь-то у нас что? Силовое поле использовать. А это на один раз или навсегда? Силовое поле обеспечивает максимальную защиту от мин и снарядов. 1000 здоровья. Блин, не могу понять, это на раз или навсегда. Ладно, давай попробуем использовать. Ух ты. На плавниках, да, получается. Так, ну, скин нам не нужен новый. Здесь у нас бесплатные всякие примочки. Кстати, надо было, наверное, ребята, прежде чем в заплыв идти, вот это все получить. Потому что, ну, тут действительно, смотри, 25% к здоровью. Так, тут у нас, я не знаю, что такое. Ну, давай использовать. Одна, да, у меня бонус золота. Тут есть бонус к скорости, к ускорению, неудержимость, гипноз, гигантские питомцы, плюс 100% к росту. Но это, видишь, опять же, все за рекламу, ребят. То есть и запарить тут эту рекламу смотреть. Ладно, пока, думаю, будет достаточно. Что у нас там? Вам нанесли много урона, хлам. Так, орудие переработки. Получить сейчас? Навсегда? Ага. Я-то уж обрадовался, думал, на халяву. Ну, конечно. А сколько стоит? Непонятно, где ценник-то? Ладно, друзья мои. Так, что же я тут хотел? У нас с тобой, кстати, открылось Арабийское море. Поэтому давай-ка мы сюда и сплаваем. Здесь я ни разу не был, поэтому надо глянуть, что у нас тут с тобой вообще происходит. Ух! Касаточка моя. Ну, давай посмотрим. Блин, опять же, ребят, недостаток огромный просто в том, что такое крупное увеличение. Ну, слишком крупное. Или море слишком маленькое для нас. Опа-опа! Аквалангисты. Да господи, ну... Опа, а вот это... Смотри-ка, мой малыш этот просто поедает осьминогов. Обалдеть, я в шоке. Сколько тут халявы, а? Ой, я съел, по-моему, что-то не то. Естественно, съел объедки отравленные, да? Это я все сам сожру. Вау. Ну-ка, давай посмотрим, что у нас тут. Круто. Хаваем, хаваем, хаваем этих всех олухов здесь. Просто прокатились с тобой, перекусили, и нормально все. Тут еще водолазы. Так, а я могу здесь также? Конечно, могу. Ускориться для уничтожения. Да, друзья мои, я не завидую этим людишкам, которые решили тут поплавать. Вертолет, все дела там. Так, ладно, давай глянем. Опа, опа, ну ничего себе. Ты смотри, что... Что она творит?
Так, почему мой Крис мне не помогает? Объясни-ка мне на милость. Почему он их не рвет, этих акул? Иди сюда. Ого-го. А я могу здесь сломать? Ох, елки-палки. Просто вхла... Не надо. Не надо вот этих вот сюрпризов мне. Куда он уплыл? Так, подожди. Опа, это что у нас? Сундук. Ежедневный бонус. Неплохо, да, ребята? Тыщенку вот так вот просто на халявку, грубо говоря, получили мы с тобой. А вот это было зря сейчас, наверное, да? Да что такое? Что происходит-то? Я не могу понять. Меня как бы выкидывают. Голод. Опять голод. Низкий уровень здоровья, пишут. А, я должен был наверх попасть. Все, я понял, друзья. Так, легкий перекус. Дай-ка я вот здесь вот уже захаваю. Стой, а куда дальше-то мне? Я не получу у меня. Сломал. Имею полное право, да, пробивать. Ого. Это что еще за буровая ерундовина какая-то? Здесь бурят. Здесь, друзья мои, что-то бурят. Ага, видимо, добывают типа нефть. А ну-ка. Вот. Нечего здесь им делать. Тут дроны даже какие-то. Ну-ка. А я что, не могу тут? Вот. Все можно. Все реально сделать надо, да? Очень много рыбок. Так, давай посмотрим. Ох, ёх. Опасные мины. Секундочку, давай-ка. Господи, они тут меня везде окружают. Что это за такие, не могу понять, за рыбы? Типа акул, не акул. Ух, перекусик легкий. Так, внизу где-то клетка, вот она. Я ее, ребят, сломал. Слушай, ну вот этот тот малыш, который плавает, он хорошо, кстати, мне помогает. Он уничтожает этих самых осьминогов. Что-то мне совсем не нравится вот это вот место, куда я заплыл. И у меня пишут голод. Зверский просто. Захомячили просто с тобой в легкую. Ух ты. Ух ты, ну. Ну. Ты прикинь, что мы тут творим. Мы их в мясо. Просто всех в мясо раздеребаним, ты понимаешь? Золотая, говорят, лихорадка. Погнали. Куда это я? Куда я вообще приплыл, ребят? Я в этих краях, будем честны, вообще не был. Просто я даже не знаю, что тут будет. Чего здесь вообще ждать? Ну, по-моему, здесь все, ребят. Здесь как бы тупик, оказывается. Погоди-ка. А может быть, все-таки не тупик? Нет, тупик и голод. А голод очень лютый, ребята. Я, наверное, я не успел, к сожалению. Водопухом. Слишком долго я здесь задержался, но... И я надеялся что-то там найти. Так, новое достижение мы получили. Безрыбное море. Вот так вот, ребят. Ха. Это вам не шуточки все-таки. Так, если мы с тобой наберем, естественно, 100%, мы откроем с тобой новую акулу. Так, здесь мы были. Здесь до сих пор у нас какие-то ребята проходят... События, я так и не понял, как их вообще здесь выигрывать. Что нужно сделать, что нужно найти. Ну, ящики это понятно, но без карты, мне кажется, это сделать практически нереально. И где, в конце концов, бонусы, типа вот этого вот? Или это в эволюции у нас? Ну, это, как она там называется-то? Титаник, помнишь, куда мы с тобой заплывали? Так, черепаха гигантская, иди сюда, я хочу тебя съесть. Там водолаз, что ли, плыл? А, думал, я его не увижу, да, конечно. О, сколько рыбешки. Безрыбное море. Часть вторая. Просто поедаем тоннами рыбу. Так, здесь мне говорят, что типа акула. Ой, акула. Подожди-ка, тут кто-то, я думаю, откуда летят всякие палочки? Это охламон этот. Ну что, заплываем с тобой в корабль? В корабле что у нас тут? Я уже и не помню, если честно.
Мне куда-то нужно выплыть. Так, подожди, что это у нас? Подобрали что-то непонятное. То есть вы хотите сказать, что здесь просто тупик? Да я не верю. Здесь где-то что-то должно быть. Вот, акулка, например. Ну и что ты встал? В плане, я не могу понять. Да ты будешь двигаться-то или нет? То есть, подожди секунду, ты хочешь сказать, что это все? Это выплываем мы отсюда, получается? Ну да, так и есть. Ой! Это моя, ребята, была ошибка. Да куда ж ты плывешь-то? Они тут форсируют. Эти мины, ребята, форсируют. Так, камни я могу ломать? Конечно. И сразу предупреждение получаем, да? Что, типа, будьте аккуратнее, здесь кругом мины. Я их вижу. Тут течение водное. Куда оно меня выкинет? Опачки. Во-во-во-во-во-во, сколько тут живности-то. Что, мне сюда, что ли, надо идти? Ах ты, гаденыш мелкий. Своими дротиками отравляющими, ты видел? Что он делает? Так, мне нужна органическая пища. Как мне писали вы в комментариях. Если ты хочешь жить, ешь только органику. Я еще нашел один сундук, друзья мои. Что тут творится, я не пойму. Но я сейчас только что подводную лодку. Опа, вот как раз была тигровая акула, да, плавала здесь. Именно она. Так, если мы сюда поплывем, тут у нас что? Тут, во-первых, акулы. И подводную. Так, иди сюда. Сундук еще один, ребят. Да господи, ну. Вот касатки здесь как раз-то очень фигово, ребята. Знаешь почему? Потому что она огромная. И ей очень тяжело проплывать мимо вот этих вот огней, так скажем. Ух ты. И куда мы? И куда это мы с тобой? В гору аж куда-то. Ты серьезно? Нет, у меня голодуха. Легкий при... Вот здесь можно немножко подкрепиться. Погнали дальше. Вот это я понимаю. Вот сейчас было вообще великолепно. Всю живность, что у нас тут была, мы похавали с тобой. Ну, почти всю. Так, это, я так понимаю, замкнутость, да? А ну-ка. Гигантские черепахи. Так, бутылка. Танк подбитый. Танк я уже видел. Опа, опа! Давай-ка без фокусов, а, акулочка. Давай-ка без фокусов. Людишек, естественно, схавать всех нужно, ребят. Это моя основная пища. Жирная, сочная, ты понимаешь? У меня этот... Игруха есть. Блин, да как голод-то? Срочно-срочно хаваем. Блин, это объедки, по-моему, были, которые нельзя есть. Во. А здесь... Да ты будешь двигаться-то или нет? Я не могу понять, они меня травят, что ли, этими гарпунами или что? Почему у меня так быстро жизнь уменьшается, когда они именно по мне попадают? Ух, сколько тут всяких и акул до кучи. Так, дай-ка сюда запрыгну. Еще сундук. Ежедневный сундук, 3 из 5. Ага, схавали. Пока я, знаешь, кого не заметил? Для себя противников. Ну, тех существ, которые могли бы мне здесь что-то сделать. А что случилось-то? Блин, неужели голод? Или эта акула еще помогла?
Давай бесплатно. Так, мы с тобой ожили. Вот она, эта акула. Пошли дальше смотреть, что у нас тут еще есть. Ох, ничего себе. Вот это, ребята, только что такая гигантская была черепаха. Пробил. 100% здесь я не был. 100% здесь я не был. Ох, ничего себе. Так, золотая лихорадка, это все не то. Так, мы можем с тобой вот сюда даже пройти. Не, мы просто бомбы с тобой хомячим. А почему бы нет? Что-то меня туда, ребят, не хотят пускать, к сожалению. Ладно, давай с тобой кальмара этого схаваем. А куда я тогда должен двигаться-то? А, ну можно, в принципе, сюда и обратно. Так, а тут тупик. Блин, тут, друзья мои, тупик. Вот из-за этого я и погиб. Жаль. Ладно, не будем смотреть уже рекламу. Новые достижения. Рекорд в Тихом океане. Хороший результат. Слушай, ну действительно неплохо. 9284 монеты заработали. Это действительно мой рекорд. Больше я не зарабатывал пока. Итого у нас с тобой 29600. Чтобы приобрести новую акулу, тут как? Тут покупать, по-моему, нельзя или можно? Я уже не помню. Давай-ка посмотрим. Так, использовать. Я могу вот эту приобрести. А что-нибудь посерьезнее тут есть? Так, это мне открыли. 27 тысяч. Это у нас тупорылая акула. 32 тысячи. 37. Ну что, давай попробуем с тобой накопить на акулу Мако. Я понимаю, о чем ты думаешь, зачем мне такие акулы, если это... Ну, ребята, если я не буду открывать вот этих акул, мне не будут открывать новые возможности. А что я здесь могу примерить? Ну-ка, покажи ко мне. Золотая лихорадка. Так. Пиратский галстук. Плюс 10% к золотой лихорадке. Костюмы, конечно, обалденные. Тут ничего не скажешь, ребята, но... Наушники. А что делают наушники у нас? Плюс 5% к очкам. Слушай, давай мы, наверное... О, вот это я хочу, наверное, взять. Сейчас я все возьму, что у нас дается использовать. Давай. А что это у меня раньше колпака этого не было, непонятно. Так, колпак, потом 7% к пище. И, наверное, сделаем вот это еще, да, с наушниками. Или наушники это на выбор, либо колпак, либо наушники. Ну, в любом случае, вот это надо брать. А, секунду, ребята. Если я возьму вот это, этот колпак тогда у меня слетит, да? А тут 5% к золоту идет. Вот сидите, передумайте, что нам нужно. Так, а здесь-то есть что-нибудь на халявку? А, 5% бонус к пище бесплатно на сегодня. То есть, вот сейчас я посмотрю, да, надену и именно на... Весь наш заезд будет вот это. Я согласен. Ну и... Что значит? А, вон, у нас на груди появилось. Так, хорошо, давай посмотрим, что это у нас. Кастрюля. Вопрос в том, куда это будет все вставляться. Кастрюля, на плавник, что ли? Ну, у нас вроде бы как есть. Так, давай, наверное, тоже попробуем взять. А, вот он. С этой кастрюлей. Так, и получается что-то на хвост. А на хвост что можно нам с тобой взять? О, доспех воина. Нет, подожди, это не бесплатно. Так, 6% бонус к пище. Это у нас фартук, да? Передник шеф-повара. Мы такой, кстати, с тобой вроде бы уже носили. Ну что, давай тогда. Вот, он у нас, оказывается, был. Слушай, ну вот теперь я смотрюсь великолепно. Тут у нас, значит, осьминог, здесь у нас Мако. Точнее, ну как его звать там, не Мака, а 2D, акуленок. Ну что, как вот это вот открыть? Что нам нужно? Осталось 3 до открытия. Я так понимаю, открыть 3 новых акулы, да, нужно для того, чтобы попасть сюда. Так, тут мы нашли с тобой 3 сундука. Здесь у нас
ноль, поэтому давай сюда попробуем сходить. Ну, сейчас я вообще укомплектован по полной программе. Правда, бонусы так себе, но все-таки там 5%, здесь 6%. Этого нормально, этого должно хватить пока, по крайней мере, на первое время, ребят. И задание сегодня, да? Накопи 20 тысяч монет за одну заходку. Ну, мне кажется, это тяжело сделать. Так, где, кто, что? Течение опять. Буква Н. Опа, маленькую акулку съели. Вот это вот не надо кушать. Это не... Вот, сундучок нашли. Да я перекушу здесь этими осьминогами. Нет, это даже не осьминоги, это как их... Как их величать-то правильно? Совсем из головы вылетело. Ой! Так, пробиваем. Куда? Не уйдешь от меня! Так, где она? Твою налево, ничего себе, заплыл. Так, ребят, здесь два, вот они. Схавали. Тихо, тихо, тихо! Что тут творится? Объясни мне на милость. Это еще хорошо, ребята, действует на меня защита. Золотая лихорадка. Обожаю, когда золотая лихорадка, ребята, мне на все по барабану. На всех этих вояк. Давай хавать, хавать, хавать их. Бежи, куда, куда? Разогнался. Так, ускориться для... Чего? Для какого уничтожения? Да ты съешь буковку-то. Блин, как я ненавижу вот эту помойку, ребят. Когда плывешь, вот эти вот отходы он ест. И, соответственно, оба. Соответственно, здоровье он от этого теряет. Так, там кто это? Ого. Просто маленького кита. А что за музыка такая? Что-то какая-то опасность? Что за музыка такая, ребят? Обычно такая музыка напряженная, когда какая-то ждет нас опасность впереди. К этому уже я точно привык. Но я ничего не вижу здесь пока опасного. То, что вот тут мин, конечно, этих очень много подводных. Так, погоди, мне показалось ли кто-то... Нет, не показалось. Кто там хавал-то меня сейчас только что? Я не понял, за хвост. Никого нету вроде бы. Так, это хорошо, защита срабатывает. Куда я приплыл, вообще не пойму. Золотая лихорадка. Это все можно взрывать, да? Без угрызения совести. Так, вот, вижу. Схавали, схомячили. Так, я могу сюда заплыть. И кто здесь у нас? Опа. Прикинь, ну. Я не могу с ним ничего сделать, представляешь? Да, да ломай ты, господи. А я, видимо, не могу ничего сделать абсолютно, да? Ускорьтесь для уничтожения. Да я не могу ничего сделать. Хавать, хавать, хавать. Срочно нужна рыба. Еще и отравился, блин. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ну как же так надо было? С этим батискафом начал драться и все, ребят. Ну вон там рыба. Ай-яй-яй. Слушай, давай, наверное, за рекламку оживем с тобой. Ну, давай, ломай, ломай, отлично. То есть ты хочешь сказать, что здесь... Трындец. Там ничего, оказывается, не было для нас путевого. Давай всплывем тогда, посмотрим, что у нас тут. Давай схаваем всех. Замечательно. И опять тупик, я так понимаю. Ничего себе, мы тут... Вау. Я даже сундук нашел. Ага, акула, акула, акула. Захомячили мы ее. Вояк этих всех.
Ну давай ты. Ну что, почему так медленно-то? И вояки, и Чукотка какая-то. Всех, кого не лень, просто под одновременно, ребят. Золотая лихорадка, погнали. Хаваем все, что видим. Все, что больше нельзя. И она заканчивается, как всегда, не вовремя, да, у нас? Ой! Что у нас тут? Тут у нас все отлично. Какая-то военная база, я так понимаю. Вертолеты, вояки, все дела. Водолазы. Так, а здесь мы уже были с тобой. Я узнаю именно вон по той лапе замороженной. Так, тихо. Ну ты, вот меня вот это раздражает. Вот не может он, ребят. Так, мы взорвали. А еда-то где? Где хавчик-то? Опять этот здесь. Все, ребят, по-моему, доигрались мы. Рыбы, как всегда, нету. Одни мины, брюхом кверху. Окей. Так, не будем мы с тобой что-то оживать. Давай посмотрим, сколько мы заработали хотя бы. Так, новое достижение у нас. Рекорд в Северном Ледовитом океане. Только рекорды с тобой ставим. 39%, как ты видишь уже. А сколько денег? 4000, да, заработали? То есть 33. А чтобы акулу открыть, нам нужно сколько там? 37, по-моему. Это Элочка, да? А, 32 тысячи. Подожди, а тут 37. Чтобы вот эту вот получить, тупорылую акулу, нам нужно с тобой... А, получить тупорылую акулу. Акулу домовой и Мако. То есть вот эту я должен получить. Мако. Ой-ой-ой-ой-ой, сколько 60 тысяч ты стоишь. Так, эту можно использовать. Так, пелагическая большеротая акула и гигантская акула-молот. Получить сейчас. Запроса так, что ли? За 500 гемов. Да, жестко. Попробовать. Большая белая акула. Но она же будет слабее, по-моему, да? Ну, конечно, ребята. Эти-то уже из класса суперских идут. Сколько? 170. Блин, у меня нет столько гемов. Блин, где жемчуг, ребята? Где жемчуг получать? Я так и не врубился. Где-то, может быть, прописывается, как его заработать. Кусайте вражеских акул и превращайте их в своих последователей зомби. Нет, это понятно. А где взять мне жемчуг? То есть ты хочешь сказать, что это за мной будут зомби-акулы бежать? Ты серьезно? Блин, это было бы, конечно, круто. Ты представляешь, свою армию зомби-акул иметь? Так, ладно, поплыли. Где мы с тобой еще? Так, золотая лихорадка 30%. Ага, вот почему у нас ребята с вами очень быстро бонусы срабатывают. Тут всего лишь один сундук в Арабийском море мы нашли. Но я здесь особо как бы и не шуршал. Можно, конечно, и получше поплавать, посмотреть. Ну вот 20 тысяч за один заплыв, это, ребят, конечно, я не знаю, мне сколько раз, интересно, мне надо. Во-первых, здесь золотых лихорадок сделать, это раз, да? А во-вторых, сколько раз мне надо будет оживать? Может быть, сделать какой-нибудь супергигантский такой заплыв? Но все равно мне кажется, что я не смогу. Опа, просто схавали и все. Так, кристалл разбили. Просто хомячим. Куда? Ты посмотри, что. Что делает за спину? Просто в наглую, знаешь, как какого-то котенка несчастного бомбит. Так, ладно, давай мы. Здесь больше нам делать нечего. Опа, опа, опа. Сколько у вас здесь было, а? Так, я уже забыл, гигантский краб. Это где у нас, в эволюции или... Вот здесь. По-моему, в эволюции, да?
только здесь я заплыть не могу. Ох, сколько вы тут дротиков-то своих в меня метнули. Так, это отходы, блин. Давай как-нибудь это с тобой быстренько проплывем здесь. Плывем вслепую. Даже нет вот никакой карты, где можно было бы, знаешь, посмотреть. Я имею в виду не та карта, которая показывает где сокровища, а именно карта вот этого ландшафта всего. Куда нам надо двигаться? Золотая лихорадка. Погнали. Погнали и не... Ох, тихо. Ага, это мы с тобой пробили трубу какую-то. Выплыли наверх. Кто там? Не понял, я думал, что я ее ем. А она меня тут уже за хвост бомбит. Этих акулят мы с тобой просто, как знаешь, как семечки перевариваем. Пробили еще один проход какой-то. А вот эта шестеренка, что она означает? Ты видел, я подбираю какие-то шестереночки периодически. Где там? Подожди, я видел, вот она. А это кто у нас? Черепаха золотая. Это я в данный момент плыву наверх. Тигровые акулы. Просто несмотря перевариваем, да, их. О! Куда ты? На батьку лезет еще, а? Ты посмотри на нее. Акулы, вам здесь не место. Только не трогай. Нет, ты посмотри, а? На корабль я этот подбить не могу. Ой-ой-ой. Так, здесь-то что у нас? Золотая лихорадка. Все, все, отлично, молчу. Зарабатываем деньги. Все, закончилось. Очень быстро она заканчивается. Блин, я обожаю, когда залетаешь в... Опа, опа, опа. Залетаешь в стаю вот этих вот акул, когда их просто море, и начинаешь всех поглощать. Или рыбы, когда очень крупные стаи, да, находятся. Оно смотрится все эффектно. Ходи, у меня такое ощущение, что кто-то здесь. О! Да какой голод-то? Давай, 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 хавай. У нас очень-очень быстро, друзья мои, голод идет. Практически моментально. Я думал, что это, оказывается, дельфины. Господи, ну что это за... Цепь что-то тут мешается. Все. Схавал я его. Вот это непонятно. Шестеренки, которые мы с тобой поднимаем, для чего они? А вот то, что мы съедаем... Все, сам виноват. То, что мы съедаем с тобой, вот эти вот помои, которые здесь. А, тут еще и вон кто помог мне. Гаденыши несчастные. Так, ну смотри внимательно. Мы уже с тобой собрали 48%. Почти 50. Заработал я 3700 монет. Я считаю, что это очень хорошо, ребята. Очень хороший результат. Вообще у нас 37 тысяч уже есть. Два сундука. А что будет, если мы с тобой, например, найдем все 5 сундуков? Это как-то повлияет на что-то? Акула, задание. 25 тысяч очков над водой. Поглотить над водой пища 1000 штук. Монеты 20... Так, за один заплыв. Ну, вот это вот. 25 миллионов очков над водой. Это как? А вот это, по-моему, есть чертежи. Ё-моё. Вот оно что. Теперь я понял, ребята. Для того, чтобы открыть вот этого механического мегалодона, мы должны с тобой выполнять вот эти ежедневные задания. За них-то мы как раз и получаем чертежи. Но тогда за что мы получаем с тобой эти, как их назвать-то? Жемчужины. Хавай, хавай, хавай. Просто вот так вот там. Эй, там, по-моему, с кристаллом, да? Курица с кристаллом, ребят, плавает. По-моему, не получится поймать на нее. Окей. Так, секунду, давай здесь развлечемся.
Так, там что-то с тобой сломали. Вулкан, блин. То есть везде огонь. Везде огонь, везде пожар. Дострелялся? Так, секунду. Отдай гем. Ну, эти мы с тобой не... О, тихо, тихо, тихо. А как тут-то мне... Протиснулся. Я молодец. Еще один гемчик. И получается... Как они-то сюда забрались, людишки? Вот объясни мне. Да ну хорош, надо будет тут плыть-то. Вот это я понимаю. Блин, эти помои. Не хочу помои есть. Иди сюда, маленький осьминожек. Ой, какой осьминожек, скат. Все уже поперепутал, что можно и нельзя. Так, можно вниз сюда, кстати? Ну. Так, поплыли, поплыли, поплыли. Не стоим на месте тут. Каждая секунда, дорогая. Так, пробиваем. Ускориться опять. Иди сюда, акула, мне надо кушать. Тишина такая. Только крабы внизу там ползают что-то. Чего? Зачем? Какая карта? Мне не надо пока ничего. Опа, кости. Так, сейчас, подожди. Ну... Ты вот сейчас издеваешься надо мной, а? Вот и все. Поплыли. Не тормози, господи, ну. Блин, называется, приплыли. И у нас с тобой опять голодуха начинается. Золотая лихорадка, отлично. Поглощаем здесь все, что можем и не можем. Мины, фигины нам на все по барабану. Всех хомячим налево и направо. Опа, буковка R. Я ее подобрал. Черепаха, ты куда от меня собралась? Ну зачем так? О, сундук еще один. Нашли. Захомячили. Так, это буква H. Я же видел, что у вас тут много. Меня не обманешь. Поплыли. Хомячить, хомячить, хомячить. Еще раз хомячить. Что они здесь, интересно, делают? Эти аквалангисты тренируются, что ли? В этом маленьком мини-бассейне. Давай, 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 давай. Ух, что там написано? Что написано? Силовое поле уничтожено, да? Это мое. Получается, да, я потратил свое силовое поле, и это не есть хорошо. Ух, да куда ж ты? Тихо, 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 тихо. Фу, нам повезло, что у нас была золотая лихорадка. Обалдеть, как он хомячит все под этой золотой лихорадкой. Всех налево и направо, правильно. Нам никто не в указ. Так, и тут у нас тупик. Так, еще один гем нашли. Воу, обожаю вот это вот. Когда очень много бутылочек. Так, отойдите от меня. Куда плыть-то надо? Захомячили. Так, вот эту штуку надо избегать, потому что у нас уже с тобой нету силового поля. Я же говорил же, нету, ребята, ну.
Наверх меня вытягивает. Стоп, 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 стоп. Захомячили. Тут тоже небольшой перекусик. Так, 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 так. Взорвали, да? Да, взорвали. А-а-а, как же так-то? И все, и все, и все, и моментально, друзья мои, голодуха начинается. Поплыли. Так на суше я дуплюсь, да? Лежа на пляжу. Ну, нет смысла, ребят, естественно, начинать все сначала. Смотри, 58%. Блин, это еще 40% нам нужно с тобой, да, набить. Немало. Так, это какое там? Китайское море, да? Так, здесь два сундука. Вот здесь один сундук. Найти бы его. Давай, знаешь что, мы с тобой поплывем, а там есть карта, и я попробую по карте посмотреть, где же все-таки. Если там показывать, конечно, где сундук, но, по-моему, он за рекламу, да, если не ошибаюсь. Давай глянем. Ага, смотри, вот что это такое? Шестерен. Купите карту, так, за остров Тихого океана, чтобы получить ее навсегда. 50 гемов. Так, это куда мы с тобой можем пробиться? Вот как раз буквы. А сундуки не... Вот. Вот, ребята, сундуки обозначаются. Так что мы с тобой плывем вот в этом направлении. Хочу этот сундук последний добрать. Погнали. Так, подожди. Так, еще раз. А, я могу даже вот так вот внизу оплыть. Мне не обязательно там. Постой. То есть это нужно полностью... Да ты будешь вставать. Вот здесь вот, да? Где-то вот тут. И уже получается вот здесь, на этом... Или не на этом дне. Нет, не на этом. Куда ты там уже... Да что с акулой-то, я не могу понять. То нормально двигалась, сейчас не хочет вообще, ребят. Сундук должен быть где-то здесь. Именно вот здесь, на этом морском дне. Вот он. И насколько я понимаю, это действительно последний пятый сундук. Камни ломаем. Иди сюда, кальмар, каркатец. Каркатица, ребят, по-моему, их звали. Все вспоминал, как их величать. Так, давай дальше посмотрим, что у нас тут еще есть. Так, вижу здесь буковка H. И шестеренка. Что означает шестеренка? Объясни-ка мне на милость. Тут? Твою же налево, не тут. Повыше. Вот здесь получается, да. Вот что это? Ну вот взял я шестеренку. Заплыв. Куда заплыв-то? А. В корабль. Но в корабле, я так понимаю, делать нам абсолютно нечего, да? Если посмотреть, тут ничего нет абсолютно, ребят. Так что смысл здесь находиться я вообще не вижу. Так, давай дальше смотрим. Так, вон там буковка R. То есть нам, если вот так вот проплыть... Пойдем попробуем. Естественно, естественно. Каждую, блин. Так, глядим. Понял, проплываем. Здесь. Проплываем с тобой. Тогда я захаваю. И вот здесь буква R у нас. Вот она. Так, давай смотреть дальше. Буковку R мы с тобой взяли. Теперь нам нужно с тобой плыть. Так, тут у нас вулкан получается, да? Вот так вот, если мы с тобой выплываем здесь.
Так, дайте похавать. Вот здесь вот мы выплываем. Смотри, тут надо постоянно не на нее смотреть. Так, нам нужно сюда двигаться. Где у нас вулканы? Так, акула, иди сюда. Дайте съем. Так, я приплыл, да? Получается, теперь на самый верх. Пока лихорадка золотая, мы можем... Да, господи, мы можем с тобой бустануться. Вот она. Есть, подобрали. Секунду. Какой голод, блин, да какой голод? Да хавай ты людишек, господи. Фух. Чуть было от голода с тобой не отдуплились. Так, секундочку, подожди. Дальше у нас буковка Y. Она находится здесь, да? Тут у нас ниже пока ничего нету. Так, Y. Тут, кстати, рядышком еще и шестеренка. Где-то... Вот она. Мне кажется, шестеренка — это элементы для того, чтобы крафтить потом этого мегалодона. Хотя, может быть, я и не прав. Подожди секунду, что это у нас за лазеечка? Так, погоди, я не пойму. Блин, а как ты ее упустил-то? Вот она. Так, погоди секунду, давай-ка быстренько переключимся. Шестеренка. Да ладно, бог с ней, с этой шестеренкой. Так, это нам нужно сюда вот проплыть. Или же как-то наверх попытаться. Глупо сейчас было. Вот здесь, да, получается где-то. Буква G. Вон она. Ну, есть, подобрали мы ее. Так, давай перекусим чуть-чуть. И дальше смотрим. Дальше у нас буковка N. Она находится... А, это последняя буква. И она находится как раз вот здесь вот. Блин, где она находится-то? Так, нет-нет-нет, так дело не пойдет. Так дело не пойдет. Так, воскресились. Секунду. Блин, она в совсем другом направлении. Вот она. И... А что случилось-то, ребят? А, я вообще все хомячу. Что плохо приколочено, да? О-о-о-о-о. Шикарно. Так, здесь пробили. А нечего сидеть, наслаждаться там жизнью. Захотел чего. Да? Просто как эти, как колобки с тобой. Катимся. Давай, 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 давай. Подожди, я не помню. Так они... Они повторяются, ребята. То есть мы эти слова можем с тобой, ну, именно голод, собирать не обязательно один раз, а сколько вот захотим, столько и будет, ребят. И дает нам это супер-пупер... Как она называется-то? Да что ты там... Что ты застрял? И дает нам это супер золотую лихорадку, ребят, одним словом. Ты будешь плыть сегодня или нет, а? Ну ты посмотри на него. Не хочет и все. И этот еще мне помог, а?
Вот оно что. Ну, главное, что, ребят, я сундук тут поднял, который хотел. Слушай, ну, неплохо. 8 тысяч я получил. 68%. Итого по совокупности. Покажите, сколько. 55 тысяч голды. Это еще у меня не прокачано. Касатка-то наша. Я ее не прокачу, ребята. Коплю деньги. А что тут-то у нас показывается? А, купить. И сколько стоит? Да вы знаете, я как-то обойдусь без этого облика. 495 гемов. Не кислые, да, ценники? Ну что, смотри, 5 сундуков мы с тобой открыли. То есть сундуки дают, ребята, определенное количество денег. Вот что я тебе могу сказать. Смотрим дальше. Так, тут у нас с тобой... Ага. 3 сундука здесь можно открыть. И здесь тоже 3 сундука. Поэтому давай попробуем здесь найти эти сундуки. То есть по возможности лучше искать сундуки. Слово «hungry» собирать, ну, я не знаю, ребят, стоит вообще или нет. Надо опять смотреть за рекламку. Ну-ка, и где у нас тут? Так, первая буква... А, какая буква-то? Мы с тобой ищем именно сундуки. Ну, давай посмотрим, где у нас. Так, есть один сундук, я вижу. Он далеко, конечно, находится от нас. Ну, да ничего. Все равно реально его найти. тысяч, ребята, можно, в принципе, реально насобирать 20 тысяч за одну заходку. Но для этого придется очень много оживляться. Раз. Ну, что ты не ешь ты? Так, давай-ка глянем по карте. Да, вот здесь мы с тобой как раз проплываем вниз. Аккуратно ты, господи. И... В плане, какое течение? Эх. Это все надо съесть. И вот сундук. Я взял его. То есть сундуки нам дают деньги. Начинаем 1000, потом там 500 и по возрастающей. Так, без ускорения нам, ну, никак, да, с тобой получается? С этой... Так, дальше смотрим. Дальше у нас с тобой следующий сундук находится. Тут даже 2 сундука. А мне, по-моему, как раз-то и нужны эти сундучки. Значит, здесь мы с тобой... Ну, мы можем развернуться, в принципе, да? И спокойненько с тобой доплыть. Нифига там чудовище какое, видел? Замороженное, по-моему. Вот здесь вот, насколько я понимаю, выплыв у нас. Золотая лихорадка. Давай, 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 хомяч. Все, что не прикручено, не привинчено. Зачем сюда заплыл, непонятно. Там ничего... Подожди, а как? Понятно, нам надо наверх. Тут, оказывается, наверху выход. Я тут маневрирую. Тихо. Шестереночка. Так, посмотрим. Ух, это как нам лучше, наверное, вот здесь проплыть и двигаться ближе ко дну, да? Вот здесь вот проплываем, получается. 1000 шестеренок. Да я тебе сейчас постреляюсь. Так, это пробить надо. Так, смотрим. Смотрим дальше по карте. Как раз сундук у нас вот здесь. Вот он. Так, тут еще куча каракатиц этих, которые, естественно, не хотят погибать. Так, секунду. Ага, следующий сундук, он находится вот тут. Замечательно. Если я не ошибаюсь, то мы с тобой нашли абсолютно все сундуки.
Так, давай возьмем букву Y. Тут какие-то склады, смотри, там боеприпасы какие-то лежат на дне морском. Стоп, а... Так, золотая лихорадка. Погнали. Зарабатываем очки, монетки. Быстро она закончилась, конечно. Так, я одного не врубился. Y, буква. Вот здесь где-то находится. Ну где? Чё-то я не догоняю. А, вот. Блин, ребята, голодуха. Видимо, придется нам с тобой опять смотреть рекламу. Голод, да я понимаю, что голод. Да, быстренько брюхом кверху. Но я на это не согласен. И что? Так, здесь нам явно делать нечего. Внизу только можно подобрать шестереночку. Где-то вот прям подо мной. Вот она. Так, шестеренку мы подобрали с тобой. Там буква Y. Можно, в принципе, ее подобрать. Где-то здесь же должна быть, насколько я понимаю. Вот она. Так. Давай смотреть, что... Блин. Опять голод. Так, секундочку. Буква N находится в противоположной стороне. Вот тут никак не проплыть, а? Чтобы вот не получить повреждения, ну никак. Вот она. Буква N. Дальше. Буква H. Тоже, ребят, по прямой. Господи. По прямой. Вот она. Итого нам нужно сколько еще букв-то? Одна, R. Она находится... Так, тут шестеренка, кстати, у нас. Я ее подобрал. О, золотая лихорадочка. Быстро закончилась, к сожалению. Так, погоди секунду. Тут еще вот одна шестеренка где-то есть. Да я тебя съем. Так, подожди, она же где-то здесь должна быть. Все, я уже ее подобрал. Схомячил, так сказать, а? Ну-ка, иди сюда. Будет еще лезть на меня. Так, погоди. Буква R, она находится как раз вот здесь вот. Если мы вот это вот, блин, все дело плывем. Вот она. Ну что, друзья мои, супер голод. Все буквы собраны. Ну! Все, закончилось, да, лихорадочка у нас? И уровень здоровья упал. Вот сколько я насобирал сейчас, ребят? Наверное, нам надо еще. Я хочу сделать... Собрать монет. Сколько там нужно? А, я не успел. Я продинамил, пока думал. Это какой? Это 14 уровень из 30 у нас только. Ёлки-палки. Так, ну что, мы с тобой собрали те сундуки. Тревор. Взрывает находящиеся неподалеку мины. Это, конечно, было бы круто, на самом деле. Значит, здесь мы с тобой тоже нашли мины. И остается только лишь... В плане. Вы хотите сказать, что мы везде нашли сундуки? Да, ребята, мы везде... А, нет, 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 нет.
Вот этот вот богатый район на грани экологической катастрофы. Вот здесь вот еще как раз три сундучка. Поэтому, ребята, отправляемся сюда. Так, ну что, сразу посмотрим, наверное, карту с тобой. За рекламу, да? И будем уже по ней ориентироваться. Ну-ка, давай посмотрим. Значит, первая буква Г внизу, тут шестеренка еще. Тут как бы все, все очень прекрасно видно. Сундучок вот здесь вот. Так, ну что, плывем с тобой прямо вот вниз. Прямо вот вниз. Никуда не сворачиваем. Вот, первую букву нашли. Здесь же у нас и шестереночка недалеко. Вот она. Так, далее. Далее мы плывем с тобой вот так вот и вниз заныриваем. Подожди-ка, я тут могу? Стоп. Понятно, я немножко не туда поплыл. Надо было под трубу. А я над трубой. Так, это... ох ты, ох ты, ох ты, сколько вас тут. Глядим. Так, теперь сюда. Передвигаемся чисто по дну. Твою же налево. Да ну как так-то? И вот здесь где-то должна быть, по идее. Нет. Еще ниже. Вот он. Вот он, друзья мои, сундук. Окей. Теперь и вон там следующий сундук. Нужно нам три, да, с тобой найти? Подбили. Блин, такие косяки рыб плавают здесь. Так, лихорадка. Быстро как-то заканчивается эта лихорадка. За букву, конечно, она намного дольше идет. Так, следующее еще вот здесь. Подожди, это у нас не сундук, это буквы. А сундук-то где? Вон он. То есть мы можем с тобой вот здесь вот, в принципе, проплыть. Собрать шестеренку, букву N и букву H. Давай, наверное, так попробуем сделать с тобой. Правильно я хоть поплыл? Нет, неправильно. Блин, тут еще и течение, да? Черепаху захомячили, еще одну. Так, шестеренку я подобрал. Здесь буква N. Вот она. Так, смотрим дальше. Здесь, если мы с тобой... Течение, это понятно. Ну, господи, ну... Пробили. И шести... Ух ты, это... Кто тут прицепился ко мне, а? Съели мы эту рыбу. Шестеренку я забрал. И смотрим дальше. Теперь нам нужно с тобой вот сюда заплыть и двигаться... На самый верх. Я так понимаю, это где-то вот здесь должно быть, да? И тут? Да, именно тут. Ох, ё! Каким-то чудом уцелел. Ну, правильно, у меня, ребят, защита была, поэтому я и уцелел. Ну, если я не ошибаюсь, мы с тобой собрали все сундуки. Что теперь остается делать? Так, это у нас буровая фигня, да, которая бурит здесь. О, так, можно вот здесь вот вниз пробиться. Так, где акула? Иди сюда. Мне нужно перекусить. Окей. Так, где-то здесь. Даже, возможно, вот тут. Да. Так, и золотую лихорадку мы с тобой получили, поэтому...
все бьем, все съедаем, все, что можем. Так, опять огонь. Трындец, это все нужно оплыть. Да. Печалька, конечно. Так, давай дальше. Я хочу просто вот в этом последнем заплыве, знаешь, что сделать? Ну, не погибнуть, это точно. Я хочу собрать слово «хангри» раза три, может быть, даже четыре, если получится. Так, погоди секунду, где у нас буква? Буква-то где? Пока нигде, пока просто плывем. Очень быстро, почему, не знаю, ребят. Что так случилось все? Ну да, нам нужно будет сейчас вот здесь вот всплывать. А буква-то где очередная? Подожди-ка, а где этот? У. Я ее что, пропустил, что ли, где-то? Но здесь я ее... В плане. А как я ее здесь заберу? Вы извините, я же не смогу туда даже допрыгнуть. Это что за бред? Молодцы, конечно, вы. Они поставили ее где-то, ну, ребят, просто наверх. Так, давай посмотрим, как вообще ее там можно подобрать. Так, идем к этой вышке. Если дойдем еще. Акула. Так, попробуем сейчас, знаешь, что с тобой? А, вот так вот. Так, секунду, перекусим. Если будет что перекусить. Есть, 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 есть. Акулочки мои родненькие. Мой протеиновый запас. Так, теперь поплыли. Значит, там нужно подлететь. Погнали. Да с какого перепуга вас тут дофигища. Да я тебя схаваю тебе. Ну вот, допустим, как-то так. Не врублюсь, не шиша, почему ты... Не, это не то, ребята, место для фарма денег. Ну, не то, извини меня, они не поставили эту букву. Черт, фиг знает где. До которой не добраться мне. Ты что делаешь, а? Из-под тишка, ты видел? О-о-о, протеинчик. Ну, давай, 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 двигайся, двигайся. Ускориться для уничтожения. Я и так... Тихо. Твою ж дивизию. Где лихорадка, ребята, золотая? Я хочу золотую лихорадку. Сколько там еще осталось до нее? Вот она. Но она очень быстро заканчивается. Я даже стал моментально. Если бы, конечно, здесь бы смог собрать слово «хангри», и причем не один раз, то, возможно, я бы сделал бы рекорды. Да, именно тот рекорд, который нужен. А так у меня ничего не получается. Ладно, тогда давай будем прекращать. А, у меня и попыток-то больше нету. Вот оно что. Друзья мои, 88% рекорд в Аравийском море. Мутант. 16 тысяч я получил. Блин, прикинь, чуть-чуть не хватило нам до 20 тысяч. Ай-яй-яй. Но мне кажется, это лучше все-таки делать на обычном. На самой первой локации. Где она у нас?
Вот это вот, Pacific Island. Мне кажется, здесь проще фармить бабло. Так, ну что, давай сделаем с тобой последний на сегодня заплыв, я так понимаю. Возможно, мы после него уже откроем новую акулу. Так, карта. Ну вот, смотри, у нас с тобой шестеренка здесь. Так, мы можем взять букву G. Там Y. В общем, в нашем положении лучше плавать сейчас поверху. Получается так. Так, погнали. Первая буква G, она здесь где-то находится у нас. Вон она. Главное ее сейчас поймать. Почему тебя ведет куда-то вот... Секунду, а где буква-то? Вот она. Все, подобрали. Следующая буква у нас идет какая? У. Следующая буква У, давай. Вот здесь она у нас. Вот, мы ее подобрали. Ничего себе, запрыгнул куда? Не надо поджариваться нам. Так, ну что, допустим. Здесь у нас под низом буква Н. Вот прям где-то здесь. Взяли. Дальше давай смотреть. Тут, я думаю, можно перепрыгнуть, да? И там буква Y. Здесь где-то буква Y. Куда ты там? Где она? Вот так вот, захомячили мы ее. Погоди-ка, тут гем, да, гем мы подобрали. Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты, разорвали. Так, стоп, подожди, а почему я не могу... Блин, там надо еще проплывать. Вход в локацию, какой вход? Да ты будешь плыть-то вниз. Он не может, понимаешь, без ускорения он туда проплыть не может. Вот. Вот здесь у нас очередная буква. Где она? Вот она. Y мы с тобой нашли. Так, бутылки, это все понятно. Рыбешка. Очень много рыбешки. Так, теперь... Нет, 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 нет. Давайте выплывать отсюда. Гигантская черепаха, мне нравится. Она очень питательная и дает нам очень много здоровья. Зарадовались? Так, теперь смотрим с тобой. А следующая буква у нас где находится? H и R, да, нам нужно с тобой. Ух, не ближний свет, в общем. Да, нам с тобой тут долго и много нужно будет проплыть. Лихорадка? Давай, давай. Не знаю, сколько я там схавал. Ну, сколько успел, столько успел. Токсический отход. Так, гем отдай. Всех под одну гребенку. Это было печально. Так, погоди-ка, мы с тобой... Да мы сейчас с тобой приплыли. Мне нужна буква. Ага, по прямой, да? Короче, пока двигаемся с тобой по прямой. Уже голод. Уже чертов голод наступает, ты понимаешь? Окрестности Галеона какие-то мы с тобой. Ну, вот так вот. Где он? Вон он. Так, подожди секунду. Она у нас где-то... Да кто там стреляет? Где он?
Вот она. Вот она буква. Золотая лихорадка. Так, лихорадка — это хорошо, а мне нужно куда? Мне нужно вот здесь вот проплыть через вот эти все лавы. Да ну ты... Окей. Здесь мы ныряем. И где-то, где-то вот в этих вот краях. Ох, ёпасты. Протеиновая. Протеиновый кит был. Вот она. Вот она буква Р. Ну что, ребята, готовы к лихорадочке? Хангри. Погнали. Куда я только плыву, блин, непонятно. Вот, все, что видим, все хомячим с тобой. Всеми правдами и неправдами. Все закончилось, да, ребят? Жалко, быстро как-то закончилась лихорадка-то у нас с тобой. Сколько я заработал монет? Ты где-нибудь видишь показатели? А, я вижу. Это всего 3000 мы с тобой монет заработали. Всего 3000. Да это ж смех на палке, ребят. 3000 для нас — это вообще ни о чем. Да, 3000 — это вообще ни о чем. Ну ладно, фиг с ним. Давай посмотрим, сколько у нас по процентовкам сейчас будет. 98, ребята, 98%. То есть 2% всего лишь нам остается для открытия новой акулы. Ну что, я предлагаю еще одну последнюю заходку сделать. Давай здесь, в Арктике. Ух. Здесь уже просто по фану, ребят. Не будем ничего искать, просто с тобой будем бежать вслепую, да? Куда, 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 куда? Это же, ребят, тоже касатка, насколько я могу понимать. Но почему-то она отличается от меня. У меня супер касатка-убийца, наверное, у меня, да, получается. А там обычная белая касатка. Оп, так, не спеша, и маленький. Это еще, ребята, мы с вами играем без всех бонусов, которые нам там должны даваться. Если посмотреть рекламу, да, мне вот кажется, что надо, когда в следующий раз будем играть, да, мы с тобой, ну, я перед началом игры посмотрю все рекламы. Мы с тобой наберем полностью все эти бонусы, и после этого уже пойдем с тобой на фарм. Эти 20 тысяч монет собирать, да, это будет вообще идеально. Вот как мне кажется. Блин, кончилась лихорадка. Я все... Тихо. Так, вот сюда. Вот. Как этот вертолет, а? Эй! Да ты издеваешься, что ли? Да ты будешь двигаться-то или нет? Понятно, вообще не хочет двигаться, прикинь. Просто не хочет. Аллергия на свинец. Все. Интересно, я хотя бы 2% этих набрал или нет? Вы серьезно? 99%. То есть ты понимаешь, да, что... А мне нужно еще собрать 1%. Это трэш какой-то. Ну, ничего не поделаешь. Надо, значит, будем. Погнали. О! О, сколько тут вкусняшки. Иди сюда. Буду мстить. И мстя моя жестокая. Что-то вообще разошелся не на шутку, да? Ох, елки-палки. Смачный такой перекус. Но все равно по деньгам очень мало. Я вот смотрю. По деньгам у нас получается маловато.
Всего 255. Что? Поплыли? Так, подожди, там кто-то сзади прицепился, ну, естественно. Естественно, кто-то сзади прицепился. За хвост меня, как говорится. Чихвостил там уже. Так, давай теперь в эту сторону сползаем. Сущие, ребята, копейки получаем. Вот за это все. Только на лихорадке можно хорошо зарабатывать. А особенно это, когда лихорадка за буквы. Там действительно колоссальные у нас. Ну-ка. Сюда надо мячик, да? Мне говорили как-то перекинуть или самому прилететь. Ну, перелетел, ничего не произошло, ребят. Просто. Ну, о, золотая лихорадка. Обожаю лихорадить. Жаль, что она так быстро заканчивается. Там еще какие-то дроны, ты видел? Боевые. Ух ты, что я там поглотил? Я выполнил какое-то, ребята, задание. Чего-то выполнил, поглотил на суше. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, иди сюда. Иди, мой протеиновый белок, сюда. Твою же дивизию. Хаваем, хаваем, хаваем. Куда вот этот? Блин, хочется так вертолет этот подбить. Если, конечно, его вообще реально подбить. Мне кажется, реально. Но это нужно постараться еще сделать. О, лихорадочка, погнали. Да взорви ты ее уже, в конце концов. Че, супер-мега лихорадка, да? И все равно, ребята, как-то паршивенько сыграли мы. 2000 монет, как ты видишь, я всего лишь насобирал. Ну, для нас это вообще ни о чем. Будем честны. Просто ни о чем. Это сущие копейки, ребят. Чтоб тебе было ясно. Иди сюда, ох ты. Но это не мегалодон, да? Это... Куда ты лезешь? Ну это здоровая какая-то была акула, если честно. Здоровая, ужасная, страшная. Да сколько вас тут? Ты посмотри, сколько их крабы тут еще лезут. Ой. Ну, пробили. Буковку Y мы с тобой подобрали. Давай-ка потихоньку. Ну, я думаю, что 1% мы с тобой уже, ну, явно здесь насобирали. Поэтому, скорее всего, должны открыть нового, хотел сказать, дракона. Новую акулу. Так, подожди, а это тупик? Все. Ладно, мне нужен был 1%. Давай посмотрим, собрал я или нет. 4 гема нашли с тобой, да? И 626. Так, есть, друзья мои. 100%. И кто это? Открыты новые акулы. Покажите мне, пожалуйста, какие. Это XXL, что ли, открыты? Давай посмотрим. Ага, гигантская акула, друзья мои. Китовая акула. Большая белая акула. Показывает, что я могу пробивать, что я могу есть. Но я уже это давно могу делать. То есть пока мы все равно, ребята, в топе. То есть моя касатка как бы пока держится, да? А это да, это мегалодон, оказывается. Мы мегалодона с тобой тогда съели, когда я плавал.
Ну что же, у нас еще 100 тысяч своих денег. Мы можем с тобой купить акулу. Сколько там нужно? 3 акулы, да? Для того, чтобы открыть новую. Гигантская акула-молот. Начнем с простеньких и подешевше, которые, да? Так, секунду. Вот эту покупаем. Покупаем ее ради того, чтобы, ребята, открыть новую карту. Так, подожди. Что еще? Где еще? Это у нас куплено. Это у нас не приобретено. Окей. Песчаная акула. Есть. Дальше идем. Лисья акула. Покупаем. Замечательно. Следующее у нас идет. А, это уже у нас есть. 27 тысяч. Тупорылая акула. Вот так вот, друзья мои. Ох ты. Ничего себе. Акула домовой и мако. Домовой это вот, по-моему, да? Да. Покупаем. Почему домовой, интересно? А это у нас мако. Так, получить мако, и тогда у нас откроется эхо. Ну, мако мы, наверное, в следующей серии с тобой, да? 37 500. Нам как раз там найти сундучки. Ну да. И еще раз я говорю, ребята, будем смотреть вот эти вот штуки, да? И с этими бонусами нам будет намного проще все приобрести. А к тому же у нас с тобой открывается новое море. Китайское море. И обязательно мы в него сплаваем. Так, для участия нужно получить акула-робот. Странно. Ну а на этом, дорогие друзья, все. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.